29-летний Геннадий Мартиросян защитил титул чемпиона мира по версии Паназиатской боксерской ассоциации. Российский боксер, выступающий в среднем весе, по очкам одарил бывшего чемпиона Европейского боксерского союза хорвата Ведрена Акропа. Для Мартиросяна эта победа стала 17-й в карьере. В другом титульном поединке, там же в Санкт-Петербурге, еще один россиянин, тяжеловес Александр Котлобай, одержал победу техническим нокаутом над Любашем Судой. В шестом раунде чех отказался от продолжения борьбы из-за травмы плеча.